Мама такую вкусную грудку отварила, что я съел две. Сейчас, 5 секунд. Извините, у меня просто очки поломались. So you think yourself you are the dick, right? Oh. Всем привет, ребята, с вами Саня. И только что у меня закончились занятия, и я увидел недалеко баскетбольную площадку, на которую хочу пойти и показать парням свой уровень игры в баскетбол. Так как я являюсь профессиональным данкером, я думаю, что мне удастся их удивить. Обязательно перед просмотром этого видоса нажмите на лайк и убедитесь, что вы подписаны на канал. А мы полетели! Ребята, а вас как раз тут можно с вами как-то влиться? У вас же тут 2 на 3... Можно 3 на 3 как-то попробовать. Давай я 3 на 3 буду лучше. Ребят, еще вы играете или вы просто побросать пришли? Побросать, нам придется играть. А? Тебе другую надо игру поиграть. В доты не хочешь пойти поиграть? Да не, я только с утра поиграл. Я просто пришел проветриться, а то уже за компом целый день сижу. Можно, вы не против, чтобы я с вами? Я, ну так, чуть-чуть. Смотри, есть типа 3 техники. Вот типа раз, два и бросок. Понял? У нас получится. Поехали. Да. Типа вот сделай раз. Раз. Два. Два. И три, браток. Три. Ну, почти, короче, так одной рукой. Одной? Да, да, одной. Блин. Да. Ты не ушибся? Не, нормально. Я держу. А ну иди сюда. Всех обошел. Я готов добивать. Опа! О. Ай-яй-яй-яй-яй. Ого! Скилл прокачан, конечно, нормально. Вот он я. Защита, походу, сработала на максимум. Оп, накрывай ее! Накрывай ее! Она опасная. О-о! Да ё-моё! Оп-оп-оп! Воу! Что за эндван? Ай-яй-яй. Оп. Это за тебя. За тебя. А, это за меня. Ё-моё. Оп. Тоже хорошо. Бросок. Бери. Бери сейчас, ничего не отдавай взамен. Как в «Игре престолов». Смотрел? Молчит. Меня поставили против тебя защищаться. Думают, не умею и играть. Или умею? Ай-яй-яй. Это пас! Задуманный. В руках, наверное, сильное, что. Или вся сила в тебе, я так понимаю. В чем моя проблема? Ой-ой-ой, отправил к праотцам. You can't speak in English? You must learn something. 13-7 ваша? Ты подпрыгивай, легче будет. Использовать ноги, ты говоришь. Конечно. В своих движениях, понял? А, дэй! А! I didn't push you. You punch me. No, I didn't push you. You punch me. Да шо... Ох ты, блядь. Оу, завернул. Ролл, Филадельфия. Вот он я. Давай, ты не кидай. Ну давай, пас. Ладно, последний раз. Так и выиграй, ну. Ну, я понимаю, надо выиграть. Только надо заправляться, чтобы не простудиться. А то потом можно много болеть, надо мази использовать. 21. Блин, проиграли. Ладно, хватит. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, as well as me. Если я после игры номер у тебя могу взять как-то? Или... Хорош! Спасибо! Вот так вот. Спасибо!
хватит. Я чуть-чуть просто размялся. О! Ответочка. Я сейчас защищаю и заслужу у вас доверие. Брозеры, сегодня хотел бы вам порекомендовать своего знакомого, который хорошо разбирается в баскетболе и зарабатывает на этом. Он анализирует баскетбол уже больше 10 лет и помогает в этом своим подписчикам. На бесплатном телеграм-канале у него сейчас идет серия из 8 игр в ряд. Главное, никаких раскруток счетов, инсайдов, договорников и так далее. Женя ведет честную работу и благодаря этому держит хорошую планку в сфере прогнозов на спорт. Поэтому залетай на его бесплатный телеграм-канал по ссылках в описании. Вот. Фу, здесь просто какая-то покрытие. Ты не даешь мне опять? Ладно. Я прям теряюсь, чтобы не забить. Оп. Ну пора, уже пора, залетай! Фу. Спасибо. Ребята, минус очки поломали мне. Как так, а? Ладно, сейчас попробую что-то соорудить. Прям в башку. А здесь нету ничего? Есть. Я всегда хотел, как у Гарри Поттера, вот такую штуку. Сейчас, 5 секунд. Извините, у меня просто очки поломались. Попробовал починить очки. Не знаю, я не вижу, получилось ли. Я не знаю, что ты маме сказал. Придется что-то соврать. Ну, после этого я уже думаю, можно на мирок, так сказать. Приближаешься. Ох, зацепил на крючок рыбку. Спасибо. Я упал. Как-то так получилось, что я забил и упал. Мы видели. Или это нормально? Слушай, да все падают. Ну, главное потом подниматься. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Сила нога появилась. Поел плотно перед тренировкой. Раскачиваешься, да, потихонечку? Просто поел. Приходит. Мама такую, да, вкусную грудку отварила, что я съел две. Ты как, ешь такое? Грудку вареную. Ты с мамой живешь? Ну, конечно. А ты что, уже взрослая? Или ты больше пельмени любишь? Лучше домашняя еда. Здоровое питание. ПП. Я слышал в интернетах. Да. Давай, пельмешек, давай, ты можешь. Давай. Ага, ага. Ого! Ролл Филадельфия. Калифорния. Калифорния, извини. Чтобы не упасть, вцепился. Догоняем. Оценил Леброн Джеймс? Ну что, после игры, может, по ICQ попереписываемся ночью? Часов 9-8 вечера. Бросок! Бросок хочу! I'm number one up on that court, I'll make me great. The
first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send an invoice and they pay me. I need six rings like MJ and Tom Brady. Ноги. Your foot is too big. Not only foot, правильно? Ой-ой-ой. Чуть опять жужбан не прилетел. Хорошо. Why didn't block it? Because that's easy for me. So you think yourself not the dick, right? Oh. All right. Under your knees. Oh. Crash, mate. But first die. Not today, pussy. Take that trip way out to Europe. Call him Niger, he'll come through in a hurry. Those London boys don't come to play, you should get worried. One false move, find yourself there getting buried. Dance with the devil, you still love playing those games. Make some bad decisions. Что, если я забиваю, идем на чай, правильно? Переодеваем, а что, я в самом лучшем вышел? I will dunk over you? Okay. I wake up, flex, I'm down that check. No drip this, tell him run it on. Kyrie Irving, that's it? That was hard. Ну что ты скажешь? Придется идти с тобой куда-то или как? I don't need, run. Okay, show right what you got. Only left hand I need. Only left hand I need, you know? I wake up, flex, I'm down that check. No drip this, tell him run it all. No sleep, no rest, might crash, might wreck. But first die, stretch, tell him run it all. I wake up, flex, I'm down. Завершаем. Завершаем. Вот так. А вы тоже в Dota играете? Dota, CS? Я Counter-Strike Global Offensive, я Global. А я Universe. Universe 1-1-1. Это такая другая, я не знаю. Не, это мой ник. Какой счет? 9-7. И все? Спасибо за игру, Андрей. Ты был хорош. Мог лучше. Ну что, Наташ, пойдем. Как тебя зовут? Саша. Давай еще раз пожму. Нежная рука. Можем пойти? Можем пойти, но я обещала, я же должна слово держать. Ладно. На чай? Да. Только переодеваемся. Ладно. Друзья, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, обязательно нажимайте на лайк и делитесь этим видео с друзьями. Также напишите коммент, что вы думаете. Ну, ваше мнение мне тоже важно потом почитать в комментариях. С вами был Саня, вот он я. Увидимся в новых крутых видосах, если соберем 10 тысяч лайков. Пока. Всем привет, ребята. С вами Саня. И сегодня, так как у меня закончились занятия, я говорю всегда, и сегодня я хочу поменять это. Всем привет, ребята. С вами Саня. И сегодня, так как у меня закончились... Опять сказал, и сегодня. Сейчас ветер пройдет, погоди. Я увидел недалеко баскетбольную площадку, на которую хочу